Настольный теннис развивает мелкую моторику, тренирует мышцы рук и ног. Любители активного отдыха теперь могут провести свой досуг в новом специализированном зале настольного тенниса. Мы узнали у горожан, какой еще спортивной секции не хватает в Стерлитамаке. Нет лыжных гонок, биатлона нету. Футбольных раньше секций много было, сейчас их меньше стало. Я и лишь не видел секции айкидо. Да, легкая атлетика. Какие-нибудь восточные единоборства. Прыжки на батухах. Я даже не знаю, наверное, всех хватает. Ну, что-то типа легкой атлетики, карате. Ну, у нас вообще-то это много кружков. Ну, может, еще больше, чтобы было. Последние 2 года пользуется популярностью необычный вид спорта – сепак-такрау, что означает «пинать мяч». Это необычная комбинация футбола и волейбола. 2 команды по 3 игрока через сетку должны перекинуть мяч без рук, только стопами, коленями или подбородком. Секции сепак-такрау открываются по всей России. Возможно, в скором времени откроется и в Стерлитамаке. Главное – тренера найти.